Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас вечер, посвященный джазовой музыке и в основном джаз, он состоит из многих стилей. В данном случае это вечер фьюжн с джазовой музыкой. Ну, рады вас приветствовать в этом уютном втором этаже клуба Алексея Козлова. Пусть у нас не так много народу, как на первом этаже, но я думаю, что будет создана теплая атмосфера такой калифорнийской светлой музыки. Я думаю, вы окунетесь в радостные гармонии, мелодические обороты и ритмические структуры американского формата. Прозвучат авторские композиции, концерт будет из двух отделений. Приятного прослушивания. Thank you.
пьеса, посвященная группе Yellow Jackets. Называлась она «Интродукция». Следующее произведение имеет географическое название. Называется «Килиманджаро». Это то место, где мы еще не были. Но, может быть, в этом веке успеем побывать. Thank you.
представить музыкантов. Спасибо большое за такое восприятие оживленное. На гитаре у нас виртуоз, молодой музыкант, проявивший себя уже на первом же концерте с нами. Это Дмитрий Теплов. На саксофонах не менее известный музыкант в Москве, а также за ее пределами. Это выдающийся саксофонист Тимур Некрасов. На бас-гитаре у нас универсальный музыкант. Он и поет, и играет, и слэпует. У него в коллекции, я думаю, что более 5 басов, может быть, даже 10. Но сегодня он вам покажет, по-моему, 2 баса. Это виртуознейший бас-гитарист Алексей Заволокин, известный по проекту «Баспект», «Бас Истори» и другим фьюжновым концертом и так далее. На барабанах у нас человек-легенда, играющий во всех стилях, направлениях. Очень известный в Москве барабанщик. Федор Андреев. И наша программа посвящена нескольким коллективам. Например, первая пьеса была посвящена Yellow Jackets, а сейчас произведение будет называться «В открытом океане» и посвящается она группе Repentance, которая известна с 1985 года. Просто мало о ней кто знает. Вот я посвятил им эту пьесу. «In Open Ocean».
Ну а теперь легкий экстрим. Light extreme. Thank you.
Экстрим. Не такой уж он и легкий, как оказался. Во втором отделении хотел бы сказать, что вас ждет два сюрприза. Первый сюрприз уже подошел к нам, а второй еще далеко на горизонте. Сейчас прозвучит пьеса, записанная еще в 2007 году. Называется «На тропинка к морю». Также, кто заинтересовался этой музыкой, можете подойти в перерыве, и я могу в виде альбомов эту музыку вам показать, предложить. Итак, «Тропинка к морю». Thank you.
Спасибо огромное. Это была «Тропинка к морю». Тимур Некрасов, саксофон, тенор и сопрано. Алексей Заволокин, бас-гитара, пятиструнная. Федор Андреев, барабаны. И к нам присоединяется опять гитарист Дмитрий Теплов. Спасибо за теплый прием. И в конце первого отделения прозвучит динамическая композиция в подвижном темпе, называется «Три лепестка», посвящается наступлению весны. Thank you.
Спасибо огромное. Спасибо за поддержку, за теплый прием. Рады, что вам нравится такая музыка. И думаю, что вы больше понимаете, нежели вы ощущаете ее интуитивно. Будем надеяться на это. Но через небольшой перерыв, через минут 15, мы продолжим в таком же ключе. Не расходитесь. И кто заинтересовался музыкой, можете подойти ко мне. Я вам продемонстрирую два альбома 2007-2014 года. Приятного отдыха. Итак, вновь на сцене музыканты Евгений Ревнюк и его квинтет. Спасибо, что дождались после такого не очень короткого перерыва. Первая пьеса называется «Это было вчера», «That was yesterday». Затем к нам присоединятся другие музыканты, которых я представлю позже. Thank you.
спасибо. Это было вчера, а сейчас будет сегодня. Называется следующая композиция «Притча». Великолепное соло сыграл Тимур Некрасов. И также Дмитрий Теплов. Алексей Заволокин проявит себя в этой композиции. Thank you.
Спасибо. Сейчас будет представлены двое музыкантов. Один из них, то есть одна из них, это молодая певица Ирина Николаева. И второй из них, это, встречайте, Ирина Николаева и Роман Иванов, Трубав и Григорий. Песня называется «Летняя ночь», «Summer Night». Не путать с «Summer Time». Добрый вечер, дорогие друзья! С каждым нашим концертом становится все больше и больше незнакомых лиц в зале. Это очень приятно. Спасибо большое за ваше внимание. Thank you.
В следующий раз она споет еще две новых песни, но пока так. А сейчас Роман Иванов, да, продолжит с нами. И пьеса будет называться «Загадка», «Пазл». А, извините, «Пазл» будет потом, сейчас «Южный поток», «Soul Drive». Thank you.
спасибо огромное. Это был «Южный поток», «Саус-Драйв». Роман Иванов, труба, флигель, горн. Тимур Некрасов, сопрано, саксофон. Дмитрий Теплов, гитара и процессор. Алексей Заволокин, 5-6-струнные басы. И Федор Андреев, ударные инструменты зеленого цвета. Следующая композиция «Загадка», пазл, как я и говорил, она прозвучит в секстете. Thank you.
микрофоном. Роман Иванов. Великолепный соло, труба, флюгельгорн, прощается со зрителями, уходит со сцены. Но в конце он вернется к нам еще на поклон. По-моему, наш концерт подходит к завершению. Если предыдущая музыка была посвящена калифорнийскому стилю, формату, там были посвящения группам смуз-джазовым, как Yellow Jackets и Repentance, и Bob James местами, то последняя композиция будет посвящена нашему Закавказью, имеющую восточный уклон. Называется она «Кавказский джигит». А если сложнее, то на ахалтыкинском скакуне. Здесь будут применены ладони музыкантов, вы услышите. Thank you.
Огромное за Скакуна. Алексей Заволокин, аплодисменты и бас-гитара. Тимур Некрасов, аплодисменты, ладони, саксофоны. Дмитрий Теплов, гитара с процессором. Федор Андреев, виртуозное соло сыграл в Скакуне на барабанах. Я имел в виду, Скакун — это то же самое, что и джигит. На этом наш концерт подошел к концу. И покупайте наши диски и приходите на концерты. Мы здесь играем, как правило, раз в месяц. И этот следующий раз будет 3 мая 2015 года на первом этаже. Спасибо за теплый прием. И без вас наша игра была бы не столь эмоциональной. Спасибо, приходите на концерты, будем рады вас видеть снова. Всего доброго, спокойной ночи.